Вот этот хуй, вот он обещал по мне стрелять. Вот это да. Да, друзья, сегодня у нас классный денек, слушайте. Хоть и дождь идет, но настроение прекрасное, просто шикарное. Эту сеть мы не снимаем, потому что она установлена правильно, как говорят инспектора. Что это, блядь? 42-12. А? Не, ну это наш одесский. Ну, так она учтенная? Нет, есть номера, те, которые выданы одесским рыбоохранным патрулем. Поэтому тут бирка бирки рознь. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами принимаем участие в рейде по браконьерам. Буквально вчера я получил удостоверение общественного инспектора Одесского рыбоохранного патруля. А сегодня уже вышли в рейд. Тут внесу ясность, что общественный инспектор – это не штатный сотрудник, который не получает зарплату и выходит в рейд только из своих личных убеждений. Со мной два опытных штатных инспектора, это Олег и Алексей. Мы едем от села Маяки вверх по течению и планируем доехать до молдавского села Тудора. Сети будем искать точечно, по информации анонимного источника. Приятно смотреть на наши места, где рыбачили весь этот сезон. Это 50 и 51 километр трассы Одесса-Рени. Здесь мы проводили субботник, ссылку вы видите на экране. Но субботник не получился, если бы не рыбаки, любящие и уважающие нашу реку, которые объединились в вайбер-сообществе «Все для клёва Днестр». Ссылку на это вайбер-сообщество я оставлю в описании к этому видео. Вот так, давай, метров 100, не 100, даже метров 200 вверх. 200-300, блядь. Там у них база, вот там вот сразу в леску. Это ж когда-то была наша территория. Начался декабрьский дождь, а Олег кошкой шкребет по дну. Мы на малом ходу ищем сеть. Только сейчас понимаешь, как важно одеть правильную экипировку, чтобы было тепло и комфортно. Это такой небольшой восклицательный знак для начальника рыбоохранного патруля, чтобы не экономил на экипировке для инспекторов. Вот он, первый зацеп. Это может быть еще и промышленников, да? Или что? Возможно. Что у меня товарищ на Дунае, этот рыбак, промышленник. Он говорит, хочешь, я тебе мешок, блядь, этих дырок дам. Они тоже есть правильные, неправильные. Нет, есть номера, те, которые выданы одесским рыбоохранным патрулем. Поэтому тут бирка бирки рознь. Блин, длинная такая, слушай. Но, видать, недавно поставлено, потому что рыбы практически нет, да? Да. Нету бирки? У инспекторов сомнений нет. Это браконьерская сеть. О. То есть сеть браконьерская, правильно? Да. А? Щука, карась. Это что? Ого, щучка! Вот это да! Ну, видно, что сеть поставлена недавно. Да, длинная сеть, слушайте, полностью перегородила весь берег, оттуда до сюда. Караси хорошие такие, мерные.
Кстати, а что вы делаете с рыбой, когда вытаскиваете сеть браконьерскую? Леш, что делаете, когда сеть вытаскиваете браконьерскую с рыбой? Что делаете? Описываем и сдаем. А? Описываем и сдаем. Описываете и сдаете? Себе забираете? Нет. Не? Как? Тем самым дождик пошел по полной программе, друзья. Но первая сеточка есть. Палка забитая, Есть, да? Это он не может вообще потянуть, может зацепилась. Вот сразу и вторая сеть. После обнаружения сети инспектор обязан проверить, браконьерская она или промысловиков. У промысловиков в начале сетки должна быть бирка. Если таковой нет, то ее однозначно снимают с воды. Это и проверяет сейчас инспектор. О, точно, вторая. Смотри, хер, матома, женская. Наша. Украинская. А ну-ка. И шо? Шо ты берешь? 42-12. А? Не, ну это наша, одесская. Ну, так она устюная? Или нет? Держрыбагентство. Да, это нового образца. То есть это официальная сеть, да? Официально там официально. А? Что скажешь? Пройдем. Официальная сеть? Я имею в виду, видите, как близко мы, а то недалеко ушли. Они просто, может, между ними знают, где. И натыкивают, как бы, все знают, что тут рыбаки рыбачат промысловики. И они пользуются этим, и между ними недалеко. На сети промысловиков определяют ее номер, а также где и как она стоит. То есть на зимовальных ямах сейчас, в данный сезон, сети ставить нельзя. И преграждать реку полностью тоже нельзя. Можно ставить только на 2/3 реки, как мне объяснили инспектора. Нифига в ней нету. Леша, скажи, что потом с сетями делается? Сдаются на склад. На склад, да? По каким-то акт, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. Без. Ну это украинская, смотрите, моржинская бутылка. А там молдавская бутылка. Да, друзья, сегодня у нас классный денек, слушайте. Хоть и дождь идет, но настроение прекрасное, просто шикарное. Такое эхо. В этой мелкой стоит, сука, рыбы, в этой вообще ничего. Она давно стоит здесь уже. Вот она стоит, давно стоит, да? Жадная, все замоленная. Ага. Жареная, либо забытая. Либо не найденная, да? Да. Чуть отдай назад. Вот эта палочка может быть в третья сетка. Ого. По-моему, третья сеть, друзья. Ёшкин кот. Вот это да. Сегодня у нас улов. А номер не совпадает? Уже наштамповали с одинаковыми номерами. 47. Если она преграждает больше, чем 2/3, да? Русло реки, так? Да. То это значит неправильно поставлена промысловая сеть, которая подлежит конфискации, правильно? Ну, не конфискации, так скажем.
А как? Выемки, составление протокола на рыбака. А, выемки, составление протокола на рыбака. Ну, как вариант. Ну, то предприятие, по большому счету, мы не имеем права предприятия. Не, ну если она переграждает полностью всю реку. Вот, для этого, получается, проверяется сначала, всю ли реку ли она преграждает, а потом, если так, то инспектора снимают сеть. Так что здесь 2/3, да? Тут нормально. Друзья, эту сеть мы не снимаем, потому что она установлена правильно, как говорят инспектора. Поэтому мы ее оставляем. Но на хозяина этой сети все равно будет составлен протокол за неправильную ее установку. Вот там точно, что всегда ставят. Вот там вот коряжник, и там зимовальная яма. И обычно браконьеры ставят ямы как раз где-то вот здесь. Кидайте этот кошку. Ага. Так. Даже если это промысловики, они не имеют права здесь ставить сети. Но это не похоже на промысловиков. Вот она, третья сеточка, друзья. От одного берега до другого полностью перегорожено. Смотрите. Сеть уходит. Представляете? Да, улов у нас сегодня серьезный. Сейчас где-то баркоша сидит, где-то смотрит, думает, бляха-муха. Мою сетку снимают. Кол хороший такой. Лови колышек. Так. Леш, давай я сниму. Ты же устал уже, елки-палки. Давай я сниму. Нормально. Нормально? Вам медаль дадут за это? Да, орден. Сутулова. Премию, елки-палки. Молдавские бутылки, значит, молдавские сети. Да. Гура Кайнаролуй. Ну, знакомая водичка. Ну что ж, третья сетка уже у нас в лодке. Вот такая бутылка, видите, молдавская. Что ж, удачненько. И вот куда деться бедному рыбаку с удочкой, расскажите, если так все перегорожено. Вот там, если вам видно, какая-то подозрительная бутылка. Кидайте. Так. Вот два столба, если вам видно, вот там вот наш украинский, а там молдавский, видите? То есть это говорит о том, что берег тот молдавский, этот наш. А вот бутылочка. Есть. Вот. Есть. Осторожно. Коряга. Ложная тревога. Да тут опасно так. Можно и кувыркнуться. Такая дымка над водой. Вот наш столб.
06-05, 605 столб. Вон молдавский столб за поваленным деревом. Да. Здравствуйте. Сети не цепляли? Тут три дня назад было три сетки. Ага. А сейчас не цепляли, да? Нет, сейчас нет. Нормально все. Три дня назад было три сети, я видели даже кто сказал. Вот она, четвертая сеть. Вот скажите, друзья, как бедному рыбаку, который пришел половить там на фидер или на спиннинг, вот куда ему подеться, когда кругом вот такие вот сети? О, хороший кирпичик, новенький. Да, может, можно. Построиться можно, елки-палки. Вы выкидываете кирпичи. Вон, смотри, какие новенькие. Баркошики сидят вот таких вот вагончиках. Есть, да? О. А это, видать, сидит и смотрит на тут сеть. Вот этот хуй, вот он обещал по мне стрелять. Вот это да. Вот она. Это какая уже по счету? Я уже сбился. Пятая? О, бегут браконьеры.